и выяснил, что от моего блока питания где-то 2,5 вольта теряются на всех этих проводах, которые доходят. Вот на этом вот переключателе теряется, на амперметре теряется. На этих вот проводах очень много теряется. На дросселе теряется, на этом проводе тоже теряется там. На одном проводе там, кажется, 0,7 вольта теряется. Там, вот там где-то 25,7 вольта, тут уже 23,2 или 23 ровно вольта. Уже, то есть вот тут вот. То есть 5,5 ампер напряжение, то есть ток теплый немножко, горячий. Я тут два диода заменил. Один стоял 1200 вольт, 20 ампер, другой 300 вольт, 8 ампер, кажется. Я заменил все на 200 вольт, теперь стоят. У них всех напряжение около 0,98 вольт. Падение напряжения. Ну и вперед, какое напряжение. Вот я мерил тут напряжение, потом там где-то 2,7 вольта теряется на всех этих проводах, пока доходит до конечного источника. Так что нужно потолще провода делать для таких токов, как 5 ампер, как 5,5 ампера, а то немало теряется энергии на проводах. Хоть 2,7 вольта и при 5,5 ампер токе, это может и немного теряется на проводах. 2,7 вольта умножить на 5,5 ампер, получается 14,85 ватт. Не так уж и мало теряется на проводах. 15 ватт где-то на всех этих проводах. Но вот это переключатель, это где-то 500 милливольт, половина вольта теряется. Нужно утолщать соединятельные провода. Вот убрал уже вот этот дроссель, эти провода буду прямо подключать. Вот эта дроссель тоже бы следовало убрать, но пока, может, не уберу, не так уж и страшно. А тут 2,5 квадратных миллиметра, вот тоже на дроссель намотано. Это минус, это плюс. А тут вот 1 квадратный миллиметр, тоже на дроссель намотано, но это тонкий, нужно было бы поменять. А тут не знаю, сколько квадратных миллиметров. Тут может 1,5, либо 2,5. Вот тоже нужно этот переключатель убрать, его либо заменить, потому что на нем тоже немало теряется. Вроде бы 10 ампер. Тут хорошо, что я вот утолщен. Вот там тоже такой проводик. Вот тут нужно было бы все припаять, как-то лучше сделать. Вот минус идет вот тут на эту клемму, тут так все хорошо. А тут вот плюс идет на эту плюс, и вот он как-то потом вот через такое не очень там хорошо. Не очень контакт чувствую, что там вот хорошо переходит. Там на винтиках уже все держится. Чтобы на проводах.
Тут тоже 0,75 мм квадратных пушпул намотан. Но так как он первичной обмотки, его не так уж много потребляет, там 3 ампера то может. Это не так уж и страшно. А вот что доходит до питания, уже пониженное напряжение, потерявшись, это как-то неприятно. А там еще подбавил 4,7, кажется, или 2,7 нанофарад конденсатор к тому, который будет газить обратную ЭДС на первичке, чтоб не так она там транзистор грела. Транзистор на 600 вольт, вообще-то другие там на 800 вольт ставят. Правда, иногда там в таких немощных схемах так ставят на 600 вольт уже. Но мне кажется, 600 вольт достаточно, конечно, бы не помешало бы мне. Лучше бы поставить на 800, а может быть вторичку, на ее обмотку меньше витков намотать, и может зато диоды поставить на 100 вольт, какие, может быть ниже, где ниже падение напряжения идет, а то на диодах тоже не столько уж и мало мощности теряется. Если на транзисторе, то можно это все как бы еще перекрыть, подобрав очень быстрые транзисторы. И с очень низким сопротивлением, тогда по идее он, если обеспечить, где затвор его мало загружает, тогда можно сделать, чтоб на нем потери практически исключить, если он будет очень быстрый. А вот на диодах никак не исключишь, потому что у них падение напряжения есть. Там будут всегда потери. Вот. Можно посчитать 1 вольт, хотя там неизвестно, это может при постоянном токе, а так при импульсном, может, там и больше падения идет. Но будем считать 1 вольт падения умножить на 5,5 ампер. Получается 5,5 ватт. То есть не так уж и много на проводах. И то больше ходит потери. Всех этих соединениях на амперметре. Амперметре вроде бы не должно там много выйти, потому что на 20 ампер. А диоды почему-то греются, может там уже не 1 вольт, а может и больше. Плюс на переключение потери. Если считать, что там 2 вольта, тогда получается 10 ватт на переключение уйдет. Но если считать, что 25 вольт умножить на 5,5 ампер, это получится 137 ватт. Что уже мне вполне достаточно такой мощности. А если 25,7 вольт умножить на 5,5, 141 ватт. Кажется, тут 1,5
миллиметрах квадратных провод, потому что вот с толщиной 2,5 не сравнивается. Много тоньше. Все, значит, нужно 2,5 миллиметра квадратных делать. И, вероятно, вторую такую прикупить или тут как-то лучше сделать это. Тут тоже теряется вот на этом переходе, наверное. Ну вот теперь ток подрос вроде бы немножко. Ну, было 5,6, теперь, видимо, что-то или нагрелось, или что. Стало 5,4 ампер. Вначале было 5,6. Может, там как-то резонанс ушел какой-то, или что. Нагрелся конденсатор, но вроде бы тут качественный конденсатор. Что-то обмотка немножко подогрелась, или что. Знаю, почему-то ток упал. Может, тот транзистор там подогрелся. И... Так, вот напряжение. Тут уже показывает 234 милливольта. Может, от Теслы. А если закручу я? Вот, ну, 0 милливольта. Ну, вот посмотрим, какое напряжение. 218 милливольт, это не так много. Если тут от наводок. Ну, 23,25 вольт. Теперь, ну, где-то 5,4 ампера. 23,34. Теперь поменяю полярность. 23,31. Примерно то самое. Вот тут такое напряжение. А теперь там какое напряжение. Померю. На этом конденсаторе одного микрофарад Вима, который тут он в него тут входит сперва импульс его в этот электролитический. В них поступает энергия обратная ДС от вторичной обмотки. То есть тут 23,24,8. Нет, ну тут не дотягивает тоже. 24,5 тут, когда полярность поменял. Еще раз поменяю полярность. Четыре запятая семь. Ну теперь уже не такая большая просадка. Там 23,3, а тут 24,7, уже где-то 1,3 вольта где-то так просадка идет этих всех. Вот я теперь посмотрю, сколько на этом переключателе напряжение покажет. Потребление 20. Нет, теперь где-то даже 5,3 ампера. Это, видимо, транзисторы нагрелись. Тот основной. Вот показывает 64 милливольта. А, ну да, 64 милливольта это даже
0,1 вольта нет. Так, ну, значит, на переключателе вроде бы не так много теряется. Если 0,1 вольт, это как бы ерунда. Посчитаю, сколько тут ватт. Если 0,1 вольт. Ноль запятая один умножить на 0,3, 0,53 ватта. 1 ватта нет. Теперь посмотрю на других, сколько теряется. Вот на амперметр. Милливольта. Тут тоже мелочь. Полярно заменил 19 милливольт. А теперь сколько вот на этом оранжевом проводе? До 28 милливольт. Сколько на этом синем? Вот 38 милливольт. Вообще где-то 5,2 ампера. На синем теперь 38, то 40 милливольт, 37 теперь на синем проводе. Теперь посмотрю, например, вот на этом проводе черном, от которой на минус идет. Вот отсюда, вот до сюда, сколько потеряется. Девяносто один, девяносто два, девяносто восемьдесят девять, восемьдесят восемь. 87, ну где-то 90. Ну где-то так. Ну даже если это 0,1 вольт, это умножить на 5 ампер, 5,5. Это 0,5 ватт получится. Это достаточно мало, по-моему. Вот теперь посмотрю на красном, которым и вместе с переключателем, амперметром и вот до этого плюса. Вот сколько теряется. Тут 262 милливольт. Ноль запятая 262 умножить на 5,2 ампера. Получаем 1,36 ватт. Ну это тоже как-то очень мало, тут можно не мелочить. Можно, конечно, там улучшить что-то. Тут особо не хочется. Тут не так страшны потери.
попробую разглядеть. Ладно, сюда вентилятор. Где там идет плюс? Замерить, сколько там. На том желто-зеленом дросселе, который намотан, потеряется. Куда он идет? Он плюс. Странно, как он там идет. Надо, наверное, тут выключать и смотреть более подробно, так я не смогу посмотреть. Сейчас посмотрю, как там все нагрелось. Так, транзистор, диоды горячие, транзистор можно удержать на радиаторе руку, но не такой горячий. Диод инвалин горячий. Вот куда идет этот плюс. Куда-то вот там я его прикрепил. Плюс. Вот плюс потом идет у вас сперва в этот конденсатор, попадает потом по такому достаточно тонкому 0,75 мм квадрата проводе идет в этот конденсатор. Потом тут от этого конденсатора вот идет дроссель. Как-то там еле держится, вот уже чуть не вываливается, вот вывалился. Нужно его там сильнее прикрутить. Или вообще его как-то избежать. Раз он уже отвалился. Какой-то потолще провод найти. Для плюса. Только вот такой дроссель. Тут 0,75 миллиметров квадрат. Но тут тонковатый. Я думаю, вообще без дросселя. Потому что дроссели особо там ничего вроде бы не помогают. А вот такой можно дроссель применить. Тут он здоровенный, такой толстенький. Только нужно потом провода толстые к нему повести. Такой плюс можно было бы взять провод отсюда. Вот. Будет сразу видно, что это плюс. Вот тогда бы качественно. Это, хотя это я для пушпула этот красный. Тут как раз три витка получается намотать. Как бы он, может, прикуплю для пушпула новый провод. Вот как тут сделано, вот светодиоды через резистор вот идет. И вот тут в плюс вот идет вот этот конденсатор, вот электролитический. Сколько там микрофарад? 50 вольт, 2200 микрофарад. И вот этот в плюс шел. Сперва вот этот накапливается, он вообще безиндуктивный, он индоксекциями сделан, потом уже в этот конденсатор. Вообще-то его можно было бы и не ставить.
Так, я тут там намотал, наверное, как-то припаяно. Этот дроссель вытаскиваю, он тут слишком тонким проводом намотан. Только думаю, сперва или вот этот провод, а потом к нему дроссель, чтобы можно было его убирать, если что. Ну, замерю его сопротивление. Хотя тут... Тут следовало бы его лучше опаять, чтобы тут контакты лучше контачились. Ладно, потом буду смотреть, сколько на нем падений. Если большое, то его уберу. А теперь, может быть, его и сделаю. Потом в дырку влезет его второй конец. Все-таки надо его лучше подпаять, а то тут отваливаются провода. Чтобы как бы лучше... Было меньше, чтобы сопротивление было. Решил я все по-нормальному припаять, а не на этих белых прикрутить, как там они вылетают, слабо держиваются, например, диоды ножки тоненькие, не вылетают. И один конденсатор решил снять, вот этот, он все равно хватает, думаю, одного вот этого на одного микрофарада. Как бы дополнительно он там ничего особо не помогает, но зато осложняет как бы весь мусорит. Вот тут стоит 7 кило Ом резистор и диод. Я, наверное, не 7, а 5 кило Ом поставлю. И вот этот более яркий светодиод, тут, наверное, тоже зеленый, чтоб поярче горело, и чтобы было видно сразу, что он работает. Вот тут как раз есть 5 кило Ом вроде бы. Да, 5 кило Ом. Знаю, может это не тот диод, может это не красный. Надо проверить. Ну, проверяю. Это белый светодиод. Белый, наверное, как у нас. Ну, проверим все диоды, как они будут болеть, какие у меня есть. Тут вот еле горит, это старые. Они старые, они неэффективные, много потребляют, слабо горят. Вот желтый покупал. Но он тоже видно, что старый, матовый. А, хотя он достаточно такой яркий. Вот красный есть, старый тоже.
смотрю. Он горит. Он слабо горит. Ну, старый он будет слабо гореть. Все, вот какой-то диод. Может белый поставить, он за раз и будет освещать. Вот зеленый очень ярко горят, поэтому они мне нравятся. И у меня в пушпуле он стоит даже слишком ярко. Вот вот такой тоже очень ярко он горит. Он даже от моей руки горит. Через мой палец проходит, вот он горит. Он такой сконцентрированный, его свет. Что может не очень хорошо, но лучше бы, чтобы рассеянный был, ему понравился бы. Вот белый с рассеянным светом. Вот. Такой тоже через мой палец горит. Может его вот поставить. Либо желтый. Желтых много, а таких зеленых мало. Поэтому вот еще один зеленый, который покупал. Тоже слабо горит. Идет другим горит, но какой-то слабенький. Все. Много тока, значит, потребляет. А белый у меня как-то... Это странно. Наверное, зеленый поставил. Паял резистор 5 кило. И вот тут вот оторвался у меня, который идет на оптрон. Но вот провода два оторвались, теперь непонятно, какой тут провод. Но тут вот, по-моему, этот плюсовой, потому что можно посмотреть по стабилитрону. Тут все расшатывается, начинает. Вот. Когда будет вот превышать, вот тут плюс идет, тогда появится ток и пойдет ток и откроет стабилитрон. Стабилитрон там соединит ножки определенные у микросхемы. То есть оптопара соединит. Так что этот к плюсу надо подключать. И диод тоже. Вот запаял все, тут идет плюс, вот плюс диода идет в этот конденсатор, потом из этого конденсатора в этот конденсатор. Тут я уже не с этим скрутила, спаял так надежно, может, так как там меньше детали выглядит и меньше как бы все болтается. Вот этим
дополнительно еще получается. Вот. Теперь опять нужно будет через лампу подключать и смотреть. Наверное, прямо без того красного провода вот подключу вот так. Зачем и провод как бы портить и лишние потери создавать? Это низковольтная часть, поэтому, ну, как бы ей не так важно, что она будет не заизолирована. А все, что вот высоковольтное, я заизолировал. Опять через лампу буду подключать, а то если на всякий случай где-то накосячил, потом неприятно менять предохранитель. Еще не только может предохранитель сгореть, может и транзистор, и микросхема. Так, включаю. Вроде бы все нормально. Сейчас должен светодиод загореться. Вот, загорелся. Вот теперь ярко будет гореть, будет оповещать о своей работе. Может, даже если крышку закрыть, он будет видно все равно, что горит. Теперь если включил пушку, то начнет лампа мигать. Вот. Не может запуститься. Этот транзистор сильно греется, потом. Для него нужен вентилятор. Тут на высокой частоте 2,2 МГц он работает. Вон на 200 вольт. Он качает 25 вольт. Ему тут нужно поставить на 100 вольт хотя бы. Там слишком емкий конденсатор для заряда взял, поэтому первый раз очень долго заряжается, плюс еще диод очень слабый для заряда, который первый раз. Вот сразу не запускается. Вот с второго раза запустилось. Вот потребляет 5,6 ампер где-то. Когда прикасаюсь, Тесла выходит из резонанса, и тогда лампа начинает ограничение тока не срабатывает, поднимается напряжение, и лампа ярче горит. Вот эти диодики я проверял. Может быть, и желтый было бы поставить, интереснее было бы. Старый мой диод, старые изоленты обмотаны, там нужно это все снять там. Почерневший. Вот у меня есть новые изоленты, много
нужно ее пользоваться. Конечно, с этими беленькими, вот когда закручивать, тогда не приходится этим паяльником дыма дышать, но надежность их какая-то не очень. Тогда нужно провода подлиннее делать, это потери идут на высоких частотах. Плюс еще амические потери. Может быть, не надо было переделывать. Идет мне тут как-то хоть хотелось бы на 100 вольт поставить, чтоб меньше потери было. Хотя тут, если доверять вроде бы Наташида и моему пониманию, то вроде бы где-то один вольт на диоде потери идет, а 1 вольт умножить на 5, ну пусть даже 6 ампер, это 6 ватт. 6 ватт, если 120 ватт выдает на выходе, то есть 114 делить на 120, какое-то КПД 0,95. Но все равно 5% КПД на нагрев, это как-то не очень приятно. На нагрев диодов. Плюс еще другие потери есть. Так, теперь на выходе какое напряжение? Три запятая четыре вольта. Двадцать 3,5 вольт. А там сколько? 25,1 где-то. Там 24, 1,5 вольта все равно теряется. Вероятно, на этом дроссель. Может, его и не надо было ставить. В обратоходовиках его, кажется, вообще там не очень и ставят. Вообще 25,4 там что-то. Вот если посмотреть схему обратоходовой, как брать C3842 и в картинке посмотреть, вот тут полно всяких схем. Ну, вообще-то ставят дроссель 15 микрогенри. У меня нужно было померить того дросселя индуктивность. Может, не слишком индуктивный. Вот еще этот, такую снайберную цепочку ставят. 100 Ом, 1 нанофарад. Ну, это... Я-то не ставил ее. Там шотки, что ли, написано. Интересно, можно посмотреть.
схема зарядного на UC38. А тут без никаких подробностей, просто так. А это, да, ставят дроссель. Но тут, например, не ставят дроссель. В некоторых местах, а вот тут ставят. Ну тут совсем слабая схема, 9 вольт, 1,1 ампер. Тут тоже ставят сперва 1 микрофарад, потом дроссель, потом уже 2200 микрофарад. Тут управляемый стабилитрон. Это не умею с этим управляемым стабилитроном пользоваться. Тут 10 нанофарад и 22 кОм. Тут вообще тут какой-то буст, транзистор, по-моему, тут все слабые схемы. Тут тоже дроссель стоит. Вот стабилитрон на 19 вольт. 330 Ом резистор. И вот этот PC1717. Тут 330 Ом резистор. У меня там, наверное, несколько кОм. Поэтому... наверняка так, ну, больше помех всяких появляется. И вообще любят еще на минус ставить, через минус шотки 10 ампер 100 вольт, и на выходе 19 вольт 6 ампер. Ну, для 19 вольт это... На 100 вольт шотки можно поставить, но уже на 25, на 26 вольт, как у меня, 100 вольт шотки, это может и маловато будет. Хотя, по идее, тут должно получиться же. Тут 25, даже если 30 вольт, а там на 100 вольт шотки, то... как бы очень большой еще запас. Но почему-то я когда ставил там на 60, кажется, вольт шотки не сгорали. А вот эти диоды не горят, а шотки горят. Ну и тут вот снабер для шотки 1 нанофарад и 100 Ом. Ну, вероятно, если снабер поставить, как-то будет лучше. Транзистор тут очень слабо видно. Вот еще одна схема тоже с этим дросселем, 4,7 микрогенера. Ну, почему такая индуктивность маленькая?
Вот эта схема очень хорошая. Это человек выложил, который там очень много схем собирал, поэтому он знает, что делает. Вот тут 24 Ом, мои запирающие диод 1N4148. Но я так бы не рекомендовал ставить. Если бывает, сгорает транзистор, то он за собой тащит и драйверы, и все вот этот вот, эту микросхему и этот диод. Поэтому лучше тогда тут еще дополнительно 5 Ом поставить перед затвором, чтоб, или вот тут вот, чтоб. А тут не 24, а 10 Ом. Чтоб вместе транзистор, когда перегорал, не тащил за собой и не сгорал и диод вместе с ним. А у него вот дросселя нет. Значит, я и напрасно этот дроссель поставил. Вот у него тоже 10 нанофарад, 1 нанофарад конденсатор, 24 Ом резистор двухватный. Тут для снабера, для диодов. У меня раньше это стояло, но я потом это убрал, потому что я видел, что это не греется, тут резистор, ничего, они как бы ничего не влиял, я не увидел никакого влияния. Если бы там он защищал что-то, он бы грелся. Он там ничего не грелся, потому я посчитал, что это не надо ставить. Тем более 200 вольт, откуда там такой 200 вольт там будет? Выброс обратно ЭДС пойдет в конденсатор, и все впитается, и все. А потом уже прямой ток, он там уже не такое большое напряжение будет. Только у выброса большое напряжение. Как раз выброс напрямую пойдет через диоды и в конденсатор прямо. Вот у него тоже тут никакого дросселя нет. Тут вот красным, то есть тут отдельные платки он красным сделал. И вот тут есть регулировка тока выходного. Вот это отвечает, чтобы еще регулировать ток выходной можно было. Вот регулировка тока написана. Вот он вообще 3,3 килоома ставит для диода. Резистор я 5 килоом поставил, у него тут 33 даже вольта, вольт даже повыше он. Еще пониже резистор поставил. У него тут конденсаторы на 220 микрофарад и 330 микрофарад. И ни одного нет этого какого-нибудь на 100 нанофарад или на 1 микрофарад, чтобы самый быстрый впитать, там самый высокий импульс. Потому что вроде бы эти электролитические, они очень быстро не могут впитать. Но, как и замечал, нигде так не ставят этих нанофарад. Уже там небольшая разница, поэтому, чтобы сэкономить деньги на этот конденсатор, их не ставят. Регулировка тока бы не помешала. А как тут? Вот, нужно еще одну обмотку намотать. Вот она питает эту обмотку, хотя мне кажется, можно просто стабилизатор напряжения поставить. Но просто если напряжение понизится ниже 12 вольт, например, или ниже 5 вольт, когда ток срабатывает, тогда это все отключится. Поэтому нужна еще одна обмотка, чтобы от нее брать питание. А тут стабилитрон на 12 вольт стоит.
Тон OC2842 почему-то использует. Сейчас быстро камера должна выключиться. Вот, и почему-то очень часто замечаю, что ставят от вот от этого минуса на минус, который от сети идет, конденсатор 2,2 нанофарада, тут обычно 2 кВт ставят. Мне кажется, я-то не поставил, но они как бы, зато и импульсы есть такие. Видны, когда на осциллографе. Но я как бы опасаюсь, что этот конденсатор, если он сгорит, так тут пойдет от сети. Может фаза пойти и потом за фазу ухватиться и за землю убить еще может. А так, чтобы была полная развязка. Потому что, хотя, наверное, не пробьет, но как-то мне хочется полной развязки от сети. Еще вот на этом диоде в старых схемах, на этом транзисторе, ставят снабер. И, например, из конденсатора и резистора без диода просто. На стоке и стоке. Уже 24-ю минуту снимают после форматирования. Карточки, может, будет до 29 снимать. Знаю, потом может видео подредактирую, тогда будет уже все по-другому. 25-я минута уже. Или я мало движущихся частей снимал, поэтому он как-то более компактно снимал. Не знаю, в чем тут такая особенность. Я тут смотрел всякие диоды, их параметры. Вот, например, СТПР-1 у меня вроде бы из диодок стоит. СТПР-1020CB. 10 ампер. 20 наносекунд. При 1 ампере что-то тут пишет. Или я его не поставил, не помню. Вот 200 вольт, 0,99 вольт падения. 2 умножить на 5 ампер. Вот. Ну тут еще другие там вот стоят. Вот такие еще. Не такой. Такой хотел поставить, но не поставил. Какой-то там еще идет. Ну ладно. Вот теперь посмотрим. Вот отключу я. Посмотрим, что там нагрелось. Этот транзистор, конечно, горячий он. Тоже долго тут он светился. Так, вот. Снаберный резистор такой горячий. Хорошо, что еще изоленту не расплавил. Транзистор такой достаточно, ну, теплый. Не сказать, что очень горячий. Диоды горячие. Радиатор их. Так, дроссель.